Меня зовут Назарова Мария, у меня закрыто звание директора и открыто звание старшего директора. Это особая мечта, которая является целью для вас, для всех. Моя цель, моя мечта, одна из них уже осуществилась. Моя мечта была это уйти с работы с нами, потому что мне нужно немножко подкладывать. Почему у меня было такое дикое желание уйти с работы? Тебя не слышно, и видео в облаке. Спасибо, наставник, похлопаем. Еще будет. Так, лучше? Хорошо, спасибо. Так, что мотивировало меня? У меня было дикое желание уйти с работы с нами. Что на меня давило? На меня давило суда. Кстати, на тот момент я была уже в разводе. Мне не нравилось мое отношение на моего начальства, а также зарплата меня не устраивала, которая из года в год не менялась, к сожалению. Федерико исполняет желание. Моим мечтам осуществилось. Я досрочно погасила сумку, купила машину и купила себе дачу. И также год назад я с большим удовольствием уволилась с работы. Открывала я свое звание, находясь в найме. Поэтому, девушки, кто желает, у кого есть цель, найм вам не проблема. Также второй момент, с которым я пришла, а это является общение. Потому что я достаточно скромный человек. Вот. Чтобы вам было понятно, насколько я скромный, моя мама в детстве определяла, что я дома по обуви, которая стоит в коридоре. Поэтому исполняйте свои мечты, добивайтесь своих целей. По поводу рекрутирования, да, какими методами я работаю? Я работаю теплым кругом, также работаю личным брендом. И моя фишка в том, что я доходчиво объясняю, стараюсь простым, максимально простым языком объяснить суть бизнеса компании «Федерико». Всем спасибо!